Всем доброго времени суток, с вами Assaultor47 и это мой очередной видеоурок по флиппингу. В этот раз мы поговорим о Zero G Ladder. У этого элемента есть несколько вариаций, одна из которых выглядит следующим образом. Zero G Ladder — это сложный элемент флиппинга, перед началом изучения которого рекомендую выучить как можно больше других элементов, в которых задействовано максимальное количество пальцев. Перейдем к выполнению Zero G Ladder. Стартовое положение используем от Zen Rollover, причем начинать выполнение Zero G Ladder можно как с опасной, так и с безопасной рукояти. Для примера возьмем опасную. Итак, стартовое положение Zen Rollover — опасная рукоять. Делаем Zen Rollover, при этом убирая в сторону указательный и средний пальцы, так же как если бы мы делали Y3K на безымянный. Ловим безопасную рукоять мизинцем и безымянным. Вот так. Запоминаем получившееся положение, так как в дальнейшем с его помощью мы сможем легко включать ладдер в комбо. Поймали нож после ролла, сразу же опускаем ладонь. При этом небольшим движением кисти к себе открываем нож на мизинец, переводя его в вот такое положение. Отсюда начинаем выполнять ладдер. Сохраняя инерцию от предыдущих действий, меняем мизинец на средний палец. Нож должен продолжить вращение и сделать небольшой ролл по среднему пальцу. Далее отпускаем безымянный, меняем его на указательный. Сохраняя инерцию, поднимаем ладонь, так же как и в хеллбенте. Вставляя между рукоятями большой палец. Завершаем тамбролл, ловим опасную рукоять, открываем нож. Вот и весь элемент.